В институте имени Склифосовского начали делать бесплатные операции с применением гамма-ножа. Эта современная медицинская технология помогает в разы увеличить эффективность проводимых хирургических вмешательств. Без крови и без боли, и надежда для тысяч пациентов, которые теперь смогут радикально поправить здоровье. О сложнейшей операции на головном мозге, после которой сразу можно пойти домой, в репортаже Юлии Онищенко. Как самочувствие, как перенесли МРТ? Нормально. Нормально? Все хорошо, да. Голова не болит, нигде не больно? Нет. Пациент полностью готов к операции. Она пройдет без наркоза и без единой капли крови. Для Игоря это единственный шанс удалить опухоль головного мозга, из-за которой он буквально слепнет. Первый симптом в 2013 году у меня был. Как бы началось все с нарушения зрения. Вернее, у меня двоение началось. Частично правым глазом вижу. Скальпель в такой ситуации не поможет. Опухоль находится слишком глубоко. Раньше таких больных облучали как минимум 1,5 месяца. Это мучительно для больного, большая доза. И самое главное, это нарушает когнитивные функции больного. То есть мы человеку сохраняем жизнь, но качество этой жизни у него весьма низкое. А гамма-нож позволяет эту процедуру проводить однократно или там двукратно. И, соответственно, добиваться того же эффекта и даже лучше. На самом деле гамма-нож – это никакой не нож. Это сложнейшее медицинское оборудование. В этом аппарате находятся радиоактивные источники. Они вырабатывают лучи, которые воздействуют только на опухоль головного мозга. Перед началом лечения на голове пациента жестко фиксируют похожее на шлем устройство, с помощью которого медики определяют точное место, где сойдутся в одной точке 192 луча. При этом здоровые ткани не повреждаются, погибают только злокачественные клетки. Как ваши дела? Замечательно, давай продолжаем. Процедура абсолютно безболезненная, длится около часа и не требует дальнейшей реабилитации. Человек может в тот же день вернуться к обычной жизни. У дверей операционной Игоря ждала жена. Солнце мое, привет. Меня уже все. Проведенная сегодня операция стала первой бесплатной. Эта процедура дорогостоящая, и многие попросту не могли ее себе позволить. Но теперь в институте Склифосовского появилась возможность делать такие операции москвичам за счет регионального бюджета. Нам уже выделили определенное количество квот, с помощью которых будет финансироваться вся работа в этом сложном отделении. Уникальная технология дарит надежду тысячам пациентов. Ведь раньше подобные случаи нередко признавались неоперабельными. Теперь у медиков есть шанс избавить человека от тяжелой болезни. Здесь можно достичь радикальности лечения. В тех случаях, когда хирург не может подойти открытым доступом к очагу поражения, вот данный метод позволяет радикально справиться с ситуацией. Впрочем, до конца проблему это не решает. Обеспечить потребности всех пациентов институт Склифосовского не в состоянии. Ежегодно в России около 60 тысяч человек нуждаются в подобной операции. Медики говорят, для того, чтобы помочь всем больным в стране, должно работать не менее 40 таких установок. Пока их только 4. Юлия Онищенко, Алексей Белов, Павел Моисеев, Юлия Ходорова, Первый канал.